Аникей Застаганка, храни вас Бог. Ну, в смысле, всех вас, кто смотрит эти прекрасные ролики. У Саши в руках тут какой-то холодильник или что это? Рефрижератор, морозильная камера. Для айфонов. Да, на самом деле это колонка Bang & Olufsen BioLite 12. И стоит она 33 тысячи рублей. Это продукт уже довольно старый, но тем не менее один из самых лучших. И надежных. И надежных, и качественных, и все такое. В чем, скажем так, плюс? Ну, давайте начнем, наверное, с дизайна. Да, вы видите, что вот эта вот кожаная петля, она действительно позволяет колонку таскать. Весит она около 4 килограммов. Ее легко перенести с собой в любое место дома. Поставить там. Вот сейчас Саша ее поставит. И я покажу, что здесь еще есть любопытного. Вот это вот сделано из металла область. Это такой резиновый специальный пластик. Сергей там вот на фоне готовит другие продукты всякие интересные. Тут находится разъем USB. Можно подключить Lightning кабель и заряжать ваши гаджеты и слушать музыку таким образом. Но это касается только устройств Apple. Разъем 3,5 мм. И тут, если вы посмотрите, есть такой столик. Вот я сам дома использую эту колонку, постоянно сюда кто-то что-то там, свои малескины, айфоны, ручки и прочее складывает. То есть это функциональное пространство, и оно у вас дома не будет лишним. Идем дальше. Тут есть люк. Вот так вот он открывается, и тут находится сетевой кабель. И разъем Ethernet. Вы, соответственно, можете этот кабель достать, зарядить колонку, она работает 8 часов. Вот так вот, да. Когда вы это все зарядили, но мы сейчас не будем, наверное, подключать никуда, она заряжена. Вот, можете убрать потом спокойно назад. Прям вот так вот можно запихивать. Да, запихнули. Для тех, кто не любит сворачивать и прочими делами заниматься таким. Закрыли, все нормально. Все, да, причем, смотрите, здесь паз есть, чтобы вы могли аккуратно все там это протащить и так далее. Колонка поддерживает AirPlay, одна из немногих таких компактных решений. Мы сейчас не будем настраивать, но просто поверьте, все это работает. Саша, не ломай устройство. Подожди, здесь просто... Не надо, не надо, правда. Ручка съемная, можно... для тех, кому он не нравится, она легко... Ну да, ее можно снять, но мы снимать не будем. То есть, соответственно, у вас есть способы подключиться к этой колонке, самые разные. Можно подключаться без проводов по AirPlay. Можно подключаться, используя аудиокабель, можно подключаться, вот как я и сказал. Сейчас Саша поможет, да. Подзаряжать айфон? Да, вот есть тут сенсорные, соответственно, кнопки. Можно выбрать режим. По идее, сейчас вот автоматически, да, она вот уже начала заряжаться. То есть все происходит как положено. А сколько миллиампер колонки? Ну, я не помню, 8 часов работает при вот таком подключении. То есть мы вот брали на пикник. Что у нас здесь пишут? Ничего. Наверное, в технических характеристиках надо смотреть. Есть несколько цветов, кстати, вот это вот оформление. У меня это желтый. Жалко. Ну ладно, написано, без сколько разницы. У них аккумулятор. 4 часа по AirPlay она работает без подключения к сети. 8 часов работает при подключении вот таком. Поверьте, проверено. И плюс она заряжает что iPad, что это iPhone, что угодно. Звук. Ну, на самом деле, слушать ее комфортно на половине громкости. Ну, сейчас, подожди. Не идеально сдадите свои. Ну, что значит не идеально? В сравнении, с, допустим, с Bowers & Wilkins Z2 играет этот чище гораздо. У нее чище басы. А сейчас я тебе включу другой трек. Мне понравилось то, что она через провод спокойно передает. Вот послушаем. В зависимости от композиции у вас просто может, там могут низкие частоты воспроизводиться, ну, скажем так, будет отличаться качество воспроизведения. Вот, и в первую очередь это, конечно, устройство.
она играет чисто. Вот, и даже там в сравнении с Z2, с той же, у нее отличается качество звука, но мне тоже нравится искренне. Да, вот, на пикник вот так с собой вот такую вещь брать. Это, вот мы как раз с компанией таскали эту штуку на пикник, она там продержалась, заряжали свое устройство, пока там сидели, ну сидели, не знаю, наверное, часов 5 на берегу, в Серебряном Бару, все было очень хорошо и позитивно, очень громко, там, естественно, не сравнить ни с какими колонками, но ее не стоит брать с собой, наверное, в путешествие, потому что 4 килограмма это все-таки довольно много. Вот, в остальном это прекрасная и достаточно интересная, пусть и нишевая вещь, потому что дорогая, но как подарки разбирают. Вот, и пользуются Beolite 12 заслуженной популярностью, потому что она такая одна. Вот и все. Да. Хотите по кабелю, хотите по другому кабелю, хотите по AirPlay, ноутбуки, все что угодно можно подключать. Зарядили, сложили кабель назад, унесли. Надоело слушать в гостиной, пошли там, не знаю, куда-то на мансарду. Или на улицу, или на лавку. Вот, и все такое. Да? Не надо ее настраивать, да. Ты сейчас сегодня, это очень долгий процесс. Вот, соответственно, такое устройство. Саше очень понравилось. Он фанат. Хочет взять такое. Саша постоянно мотается на дачу, я знаю. И вот на даче как раз эту штуку кинул в багажник, привез, организовал там все. Все рады, все веселятся, тусуются. Смородину поставил. Да, пьешь лопухи-то, щавелита. Очень хорошо. Ладно, спасибо, пока.